Одна минута. Отлично. Ждем. Ваш разговор записывается. Сидим у вас, Жазлада. Здравствуйте. С кем говорю? Меня зовут. Влад Лен, очень приятно. Бибар Сраимбеков. У меня вопрос относительно работы ваших терминалов. Я бы хотел пополнить долгосрочный займ через коллекторское агентство. У вас были в терминалах буквально недавно такие платежи. Ну да, но так как они не пользуются популярностью, данные платежи убрали, то есть сейчас их там нету. Так, в смысле не пользуются популярностью? Ну, в смысле, мало клиентов оплачивало. Прикольно. А тем, которые теперь подвязаны были к этой услуге, их вы куда дели? Ну, тем клиентам нужно уточнять, как можно по-другому провести оплату в той или иной организации. Они подскажут. А, то есть банк просто самостоятельно приходит к такому выводу и лишает меня возможности в любое свободное время прийти к вашим терминалам и произвести оплату? Терминал банка, это собственность банка, то есть банк вправе решать, что сделать с этим терминалом. Нет, Владлен, я это как бы все понимаю, но проблема в том, что вы это делаете для клиентов. Вы свою собственность можете себе оставить там у себя в собственном доме, а так как вы предоставили доступ к этой услуге для всех клиентов, независимо, должник он перед коллекторским агентством, является ли он прямым клиентом банка. А, то есть вам это не нравится, да? Ну, классно, Межух. Ну, что сказать? Отвратительнейшая система Сбербанка. Я вас могу просто порадовать тем, что я считаю, что не можете вы вот так вот похабно себя вести. Понятно? Просто не можете, не имеете права. Морального никакого права у вас нету. Захотел банк такой, взял, решил. Не захотел, не решил, самостоятельно. Ну, не идет у нас продукт этот, и что, зачем? Давайте от него избавимся, да? Слушайте, а уведомить как-то ваших агентов, контрагентов, ваших клиентов, не пыталось там ваше руководство об этом подумать? В голову вообще не приходило, да, я так понимаю? Я который раз прихожу к вашим терминалам, да, вот в свободное от работы время, и пытаюсь произвести зачисление средств. Раньше такая возможность была, но почему-то коллекторские агентства молчат, значит, они тоже не в курсе, что вы взяли так, побрили аккуратно. Это у вас там что, в России так заведено? А? Что вы решили в Казахстане так поступить со своими клиентами? Я вообще чихать на вас хотел, если честно, знаете? Я бы к вам вообще никогда не пришел и не выбрал бы ни вас, ни ваш банк, ни ваши услуги. Фиолетово абсолютно. Какие бы вы выгодные условия для меня не предложили? Потому что вы Сбербанк России, понятно? Понятно?